Снова совершила удачные покупки, пофоткала для вас полочки и взяла журналы с акциями полистать и посмотреть. Так, давайте начнем. Всем привет-привет! Сегодня занесло меня туда, где бываю редко. По названию, наверное, вы уже догадались, что редко я бываю в Магнит Косметикс. Вот, это мне, кстати, при входе еще до всех покупок такую увесистую пачку со всякими акциями, буклетами и прочим-прочим выдали. Но на самом деле мои удачные покупки, собственно, сводились к новым кашпошечкам для орхидей. Всего лишь 99 рублей штучка. Мы где-то цену увидим. Очень удобная емкость. У меня есть несколько таких меньшего диаметра. Очень классно сюда ставить, собственно, горшок с самой орхидеей, а внизу чуть-чуть держать налитые водички. У нас сейчас полным ходом идет отопительный сезон, то есть влажность в помещении такая, что смело можно опрыскивать и кактусы, не то что фаленопсисы. Поэтому я слежу, чтобы у моих орхидеек было чуть-чуть здесь водички. У меня намечается некоторый просвет в работе в ближайшее время, и я все-таки устрою глобальную пересадку. Так, это мой чек. Чего мне тут почем обошлось? Так, вот вазон кашпо 3 штуки, подсвечник блюдце 2 штучки и удобрение Бонафорте. Все по 99 рублей. Никаких карт у меня нету от Магнит Косметикс. Поэтому ничего не могу сказать, сколько бы это стоило для обладателя карт. Я успела отхватить 3 таких кашпо по такой замечательной цене. Там была табличечка «Успейте купить». Вот я успела. Бонафорте за 99 рублей для орхидей я взяла последнюю с полки. Так что развешивать уши на рынке – это очень полезно. Вот не услышала бы, что там орхидеям на скидке удобрения. Так, это у меня в чем-то в пакетике с рынка заляпались подсвечнички. Люблю такие подсвечнички. Я сейчас вам покажу. Вот у меня есть большое блюдце для большой свечки. А это на Новый год я какую-нибудь такую композицию сделаю из маленьких свечек и большой. Собственно, мои покупки все. За счет того, что на кассах неразбериху устроила пожилая дама, запасавшаяся едой для кота, мне вместо положенных 2 маленьких наклеек дали 2 больших. Вот условия акции. Для получения, как я поняла, посуды. Выдача наклеек аж по 21 января. Я во всех местах, где дают наклейки, всегда беру эти буклетики. Честно, пытаюсь собирать наклейки, но очень редко их отовариваю. А у вас как с этим дело? Напишите. О, набор бокалов 175 рублей и 40 наклеек. Ну, я не знаю, мне нереально набрать 40 наклеек в Магнит Косметикс. Единственное, если я не буду делать заказ стиральных порошков, еще чего-то, Фаберлик, пойду в Магните, этим всем затарюсь на полгода вперед, тогда, наверное, 40 наклеек я наберу. Так, эту акцию посмотрели. Поехали по буклету. Давайте свои покупки чуть в сторонку отложу. Так, что там про L'Oréal? По 19 ноября скидочка. Вот какая-то такая. 15 числа это все помнят. Может быть, наведаюсь, а может быть, нет. Так, на Гарньер до конца ноября. А вы вообще как-нибудь участвуете вот в этих акциях, когда надо чеки регистрировать? Я, по-моему, не использовала никогда чеки таким образом. Мне всегда лень регистрироваться.
И смс-ка там не равен час будет какая-нибудь платная. Красота какая. Тоже чеки регистрировать. Так. Ну ладно, Хьюго со скидочкой. Всякие мен-мен со скидочкой. По 89 рублей от Деваш что-то. Брокарт, светская львица. А я что-то не обратила внимания, есть у нас там парфюмы Брокарт или нет. Так, тут что меня может заинтересовать, слушайте, кафе Мими там, оказывается, тоже есть. Но я вот в том магните, который ближайший ко мне, оценила хозяйственный отдел сегодня. Вот в хозяйственном отделе всякие контейнерочки, мелочевочка, тапочки, там даже дешевле фикс прайса мне некоторые показались. А вот разнообразие, например, вот этих вот лаков, ВОВ, очень мне не нравится, я их не видела. Но я надеюсь, в следующем году будет скидка где-нибудь на вот эти лаки ВОВ, и я туда пойду ими затариваться. У меня сейчас вот малышечка от Пинкап, последний маникюр с ним сегодня вечером буду переделывать. Страдаю. И малышики ВОВ у меня тоже все либо заканчиваются, либо выходят из строя. Переживаю. Слушайте, Риммель, какая классная палетка. Но у меня есть похожая от Анны. С канала Пав Анна от Сакары. Поэтому за Риммел не пойду. Опять-таки, не знаю, куда идти, потому что наш бедный, как сельпо на косметику, магнит, он как-то вот... Зато журналы раздает, не успеешь зайти. О, Котекс. Люблю эти продукты. Слушайте. Не, ну 40 наклеек я все равно не насобираю. Так что, наверное, свои две надо было кому-нибудь подарить, кто собирает. Туалет для кошек. Блендамед, президент, лесной бальзам. Я вот из этих туалетных вод ничего вообще не пробовала. Стелари стенд у меня хороший, но что-то как-то... У меня косметики навалом. Когда решаю купить косметику, я быстрее где-то в интернете заказываю, чем дохожу до Стеллари. Капсулу для стирки по 200 рублей. Это дорого или дешево? Попробуй, не понравится, вернем деньги. Для возврата денег на мобильный телефон сохрани чек, сохрани товар, заполни анкету на everyday.me.ru. Слушайте, интересно. А можно, интересно, использовать из 12-11 капсул для стирки и по вот этой акции взять и вернуть деньги? Как вы думаете, прокатит, не прокатит? Так, это у меня мужчины просили внимания. Они последнее время никак не могут определиться, кто меня от кого охраняет. Кстати, на Персил хорошие цены, на лоск. Но я по-прежнему куплю Фаберлик, и у меня еще в запасах Фаберлика навалом. От Фаберлика я не кашляю, поэтому я пока эти акции пропускаю. Но так вообще надо присмотреться. Ух ты, Санфор 79 рублей, универсальный. А может еще раз сходить в Магнит Косметик? Ну, я попробую. Товары недели. По 5 ноября. Да, вот эти стояли при мне. Так, а дальше? Вот, с 6-го это завтрево, что у нас будет. Давайте поближе посмотрим. За Доместосом идем с 13 числа. И за лаской, кстати. Вот ласку бы, гель для стирки я бы взяла. О, и бархатные ручки. Идем затариваться с 13 числа. Вот, а сегодня вечером, кто не успел, еще может прихватить сегодня 5 ноября персильчик. Ну ладно, вот такой у меня обзор акций ноябрьских.
от Magnit Cosmetics и такие цветоводческо-интерьерные покупки. Пишите, что вам нравится в этом магазине, часто ли туда ходите и получится ли вернуть деньги за большую часть использованных капсул. Всем пока!